И всем здравствуйте, дорогие слушатели нашего канала, подписчики, любимые гости. Всем, ребята, привет. Сейчас, секунду. Всем привет, ребята. С вами сегодня опять я, Лёша и... Саша. Всем привет, ребята. Мы играем сегодня в горные такие прохождения, где мы... Молчи. Молчи лучше. Ладно, лезь наверх. Так, давайте... Бай звук в Майнкрафте, а? Там крипер. Так, сейчас, секундочку. Там вода же, да, вода-то. Сейчас у меня все прогружается пока. Делай как я, ты же великий паркурщик. Да. Батик такой лезет, а я на такой путь сгорает. Да вообще негодяй ты, Сашуля. Кстати, я молодец. То, что я тебе настроен Майнкрафт, так бы у тебя все висло бы. Я молодец, да? Я молодец, да? Опа! О, коровка. Слышь? Ё, молодец, ты благодаря мне достижение получил. Хочешь прикол? Все равно к тебе топошусь. Ой, путает тебя ко мне. Все. И куда ты? Вот я. Маугли хренов. Стоять! Так, ладно, где вода-то, чтобы спуститься нам с тобой? Какие козлы горные? Ты опять антивирусник? Так, где мы с тобой? Так, посмотри туда. Там что-нибудь есть? Да, там озеро. У тебя какая прогрузка стоит? О-о-о, Лёх. Нифига, у меня супер. Ты приземлился куда-то? Да, вот. Окей. Вау, вот реально эпично. Это вообще эпично. Ага. Лёх, там сквиды. А-а-а. Чё, сквидов боишься? Не это пора. Это сейчас скин скид. Да, я рядом поставлю этот скин. Потому что вы летсплей не будете снимать. Этих осьминогов. Буду угорать над тобой. Потому что вы летсплей вообще. Опа. У тебя есть земля? А, ко мне ты пошись. Я знаю, что мы на сложном. По крайней мере, ребята, мы сейчас пытаемся найти просто охрененно большую пещеру. Или как это правильно называется в Майнкрафте? Ущелье. Ну, ущелье, да. Погоди, отойди. Спасибо тебе, песок. Да, песок пока. Ну, я, кстати, маленько что подлагивает, когда ты со мной, так что не подходи ко мне. До скольки, кстати, сегодня будем снимать? 15. 15, тогда я должен сделать вот так. Все. Там свинка. Братик, там ты. Братик, смотри, ты тут. Смотри, такой же пятак, как у тебя. Реально я? Да, реально ты. В один, в один. О,
Да. И точно такие же звуки. Хрю-хрю. Хрю-хрю. Вообще-то и так тут Я знаю. скин похож. Иди забирай мясо и ко мне ты пышешься. Братик, тут твои собратья. Что я их должен убирать? Они же мои собратья. О, ну да, убивай их ты. Они же твои собратья. Ты будешь своих с матерью убивать. Коров? Золото. А, да, золото мое любимое. Мне не нравятся алмазы, мне нравится золото. На мне все свои алмазы отдавать. Сейчас размечтался. Мне ж надо как-то золото быстрее добывать. Вот я буду 10 кирок алмазных делать. Вообще-то можно из молока делать золото, чтобы этот мозг целый стан золота Да, я же гений. Так, плывем вон туда, видишь, такой небольшой островик. Эй! Вон а там видишь такой небольшой островик? Сейчас. Ты пышешься? О, да! Смотри, стоять, не бей меня. Вон видишь, вон. Не бей меня. Стой, да подожди ты. Вон там видишь? Туда и иди. Давай, прыгай. Да мы все равно туда прыгать, дебил, будем. Давай тогда друг друга убьем. Ого, ни хрена ты как прыгнул-то. Я тебе потом парочку дуба скину. Зачем я сейчас буду радоваться? Чему? У меня полстака песка. Вау, как ты крут. Полстака. Там что-то маленький островок. Я не Там знаю. тоже будет. Еще погоди. Сверху зомби. Еще зомби. Смотри, что там сзади стоит. Сейчас посмотрю. Только не говори. Не, я тебе не буду говорить, что снизу. Сквиды. Там один сквит, не бойся. Скелет на том острове. Ничего, ты убьешь. Леха, там сквит. Там вот еще один скелет, да? Там два скелета. Ну, ты их убьешь. Один мой, один твой. А он его лук зачарованный. Тогда беги. У меня Там курица, брат. Бежим! Бежим, там курица. Ты чё меня не прикрывал-то? Ты где вообще? Он идет ко мне. Чё делать? Стой. У них мозги появились, он плывет за мной. Так, сейчас я к тебе отображусь. Это будет неожиданно. Да не беги, у тебя замочит в воде-то. Воде нет. В Тем воде более, ну... бог. Я в воде бог. Ну давай, давай. Под низом. Он меня даже под низом бьет. Король. Я в воде бог. Он у него на силу, ну то и зачарована. Ты проиграл опять. 2-0 в пользу скелета. Опачки. Чё, давай, давай дубль 3. Ты и так ёжик, ну-ка. Ты где? Дойди в двор. А, дерево. Мой собрат. Свинья. А. Собака, Какая красивая скала, я тебе скажу. Сейчас, погоди, снимочек. Все, снимочек сделал. Там еще один скелет, братик, помоги а мне. Делал, я, короче, сейчас ТПшну к себе. А, молодец. Удивительно, у тебя нет иголок. Тихо. Там сверху скелет, так что не пались. Да на зомби-то ладно еще. Да, дубль 3. Давай дубль 3, стой, погоди, я должен это заснять. Давай. Давай, братик. Давай. Вон там где-то был. Давай.
Давай ты его победишь. Не-не-не, не Я тут. буду своим собаком его бить. Чем, свиньей? А, вон он снизу. Давай, братик, убей его. Собак, помоги мне! И чё ты вниз? Опа. Ты где? Натя, Натя. Собак, спаси меня. Спаси мне жизнь. Не снимай это. Стой, стой, так. Надо было это сфотать. Чё, так до пятого, наверное? Не, нормально, все, скелет победил. Признаю. Нет. Давай. Ладно, мой второй собак. Пошел! Давай, убей его. Кто он с собаком? А, он умный, он по низу стреляет. Он умный. Вот, он умный. Да я понял, это что? Он мозги появились. Нет, у него не будет сейчас мозгов. Фоткай это, фоткай. Да я не допускаю. О, ты опять сдох. Давай, дадим более 5. Я даже умру. Ну давай, ты пошися. Вон он внизу, давай. Победи его. Ладно, давай. Давай, как на боксе. Уложи его, уложи его. Да. Пятый дубль всех спасет. А, это он пятый. Да, пятый. 5-1 в пользу скелета. Ну и что, когда-нибудь у тебя будет алмазный меч, ты его убьешь. Зачем ты тпшнулся? Стой, погоди, я не понял, куда мы залазим. Тихо, там тихо, тихо. Тихо, не убивай. Не умирай, не умирай, не умирай. Два скелета. Да не умирай ты. Убей меня. Умный ебать. О, какой ты благородный. Так, все отлично. Там три скелета. Так, значит, будет дубль 15. Давай, удачи, братик, тебе. Ну давай. Да я. Не шахту, походу, ищем. Да я лично, я ищу шахту. Я не знаю, что ты делаешь. Я? Давай, братик, давай. У меня мало. Их 4 там. Я только 3 вижу. Походу спавнится. Ну а тебе. Мы же. Давай. Упражнение у нас. Давай, давай, братик. Ты чё, сдох? Да. Вот лошара. А чё, знаешь, это я? А чё, я что ли на них нападаю? Как хрен знает кто. Будем. Ими же. А, Лёха, надо подниму нападать. Хотя я ненавижу воду. Да это тебя ничем не спасёт. Спасёт. Снизу сквит. Зря я тебе насчет сквида сказал. Убейте! Убейте! Ну чё там у тебя? Опа, я зомби слышу. Ладно, я пока пойду еще остров буду искать, какой-нибудь большой. Нет, там был сквид. Так, давай ты пошлись ко мне. Да там нету, я... Да, я на острове, давай, ты пошлись ко мне. Сейчас прикроешь, короче, меня от скелета. О! Нету. Да нету, нету. Ты где вообще? Давай, иди пока. Сенсей! Давай, Лёх. В принципе, тут только... У меня даже мечта. Зомби! Да не ори ты! Я оглох уже там. Что меч сделал? Да я сделал. А, да, тебе тоже сейчас сделаю меч. Тут и задолбался подыхать. Так, теперь иди сюда. С мечом я буду богом. Ты где? Ты деревенький сейчас сделал. Ты где? А, вот иди. У меня другого-то и нету. И вот на еще лодку. Поплыли. Чух, 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 чух.
Стой, меч. А там сквиды. Авария из-за сквида. Тихо, только сильно не плыви. Сильно не плыви, потому что будет это... Ой. Лаги очень сильные. Нет, тут маленький остров. Так, все, на нем поселимся. А, сквиды! Леха! Да нормально. Ну, сейчас быстро... А. Ты чего сделал? Да ты об остров удалился, кретин. Я не укаялся. Булатик! Сейчас, погодите. Пауза. Пауза, ребят. Так, и мы продолжаем, ребят. Так, ну ты чё делать-то будем? Там большие пельмешки. Нет, ну они полностью. Господи. Увидела какую-то хрень, чё это за кубики? Чё это за кубики реально? Посмотри на мой экран. Ну, я тебе говорю, у меня такая же хрень, чё за кубики? Чё это такое? Сейчас, погодите. Не знаю. Я вообще ни хрена там не вижу. Какие-то кубики. Да это походу обычные осьминоги. Да, это походу обычные эти. Эти увидишь. Ладно, что делать-то будем? Ты это свою лодку сломал. У тебя есть дерево? У меня. Два дерева, у тебя сколько? У меня 10. Ни хрена себе. А у тебя есть верстак? Есть верстак, лови. Лови его. Где он? Я его в речку выкинул. Ищи в речке его. Где он? Ты у меня там? Я у тебя тут. Ты у меня там? Я тебя... Ну-ка, стой, я перезайду. Ну реально, мне походу подлагнулось, тебя маленько. Я плав. Так, а куда я тогда верстак свой выкинул? Понятно. Что делать? Давай, делай верстак. Давай быстрее. Пока тебя мечом не огрел. 102. Кстати, у меня там кровинка видно. Вон, видите. Я не... Стой, верстак-то забыл забрать. А. Ладно, хрен с ним, потом давай. Эй! Поплыли, только потихоньку плыви. О-о-о, Батика, улезаемся. Там остров. Где, у меня не прыгает. Ладно. Взял меня, подрезал. Тихо, я тебе сказал, не разгоняйся. Когда можешь разгоняться? Шучу, даже не приходи. Ого, островик. Братик, не смотри вниз. Можно я выйду из Майнкрафта? Нет. Да, я выйду из Майнкрафта. Антивирусник. Ты опять лодку сломал. Пофигу. Братик, они ко мне плывут по воду. Я почему-то застрял на одном месте. О, ты придурок. Куда ты бежишь? На мой экран, мне уже больше не хотелось на твой экран смотреть. Ты дебил, мы должны остров нормальный найти. Поплыли, опять создавай. Лод. Чего? Повезло с моими полосками, конечно. Я вижу пещеру, но там сквиды. Не надо. Да не надо, мы остров должны сейчас с тобой найти. Давай, вылезай оттуда. Да, я что-то там снова. Нам надо большой просто... Я там что-то снова вижу. Ну ладно, поплыли, давай. В какой стороне? В той, куда я плыву? Давай, сначала верстак делай. И верстак не забудь только забрать. Надеюсь, не заберу. О, это я заберу. Да, так, сейчас заберу. Заберу все эти, да. Давай, в этот раз меня не подведи. У тебя сколько дерева осталось? Не плыви так быстро, я же тебе сказал.
Я тебе сказал, братик, быстро так не плыви. Нет, это маленький остров. Это только не разбивайся. Медленнее. Медленнее, братик. У меня прогрузка же. Твоя не своя стоит. Ты уже меня перегнал. Нет, я тут возле. Ты меня перегнал. Нет, ты меня перегнал. Что ж я тебе перегнал? Ой, как только вы остров. Я опять тогда перезайду. Что за хрень? А, сквиды! И остров! Между ними! А, надо островик. Тихо, помолчи, а. Стоять куда опять уплыл? Там снова большая погрузка! Я тебя догнать, дебил, не могу! Да заткнись ты, я тебя еще ударю. Я нашел рай. Какой рай? Вот. Ко мне. И че, коноплю ты нашел? Это рай ты называешь? Вот это еще куча, смотри. Давай. О, скала, поехали. А, сквиды, Леха! Да заткнись ты, не ори. Я забоюсь, мне пофигу. Мне пофигу, там еще есть. Вот, тот больше. Больше. Кого? Ладно. Похер, действуем по твоему плану. Я просто от сквидов плыву. Ничего, лодку забьем, без разницы. Главное от сквидов. Давай, разбивайся. Я сейчас тоже разобьюсь. Об тебя только. Я сейчас отъедем. Так, где мы с тобой? Так, куда ты меня привел? Камень добывай. А, там два скелета. Давай. А, там сквиды. Там один скелет. Да заткнись ты. А, там сквиды. Да заткнись ты. Сейчас я тебя отпышну к себе. Вот я дебил. Ты куда ты пошелся? Я случайно это к тебе. Ты где ты? Ты ко мне-то пошлулся? Нет, я вообще не к ним. А где ты тогда стоять? Блядь. Сам все же ты пошлулся. А вот я все, я по ним где. О, ты у меня только прогрузился. Ладно, опять с этого же места начинаем! Нет, меня не убили, а к тебе случайно ты пошлулся. Так, что у нас там? Погоди, а чему там не были? Ну-ка проверь-ка. Ой-ой. Так, у нас тут ничего такого интересного нету, я тебе скажу. Меня еще убили. А, это ты взорвался? Я, прикинь, на него наткнулся благодаря. Нет, ты взорвался. Почему? Сейчас, погоди, тут ничего интересного нету, там оставайся. Что? Чего? Отойди. Отошел, давай. Ой, че. Где курица? Какие курицы? Курица. Что ты там ищешь? Я тут курицу видел. Я его звук слышу. Че ты меня убил, блин, дурака? Дебил! Я думал, ты в воду падаешь. Я не в воду. Я что, дебил, что в воду падаешь? Ты дурак, а. Иди ко мне. Но... Дебил. Мы говно тут. Давай, иди, давай. Нет, пока. Ха-ха, понял. Иди сюда. Тут сквиды, убей меня лучше. Да, вот так тебе, вот так. Ладно, давай найдем наконец-то. Хотя погоди, мы должны вот сразу заканчивать. Че это? Че это было? На тебя, короче, прыгал, но я хотел воду прыгнуть, а не прям на тебя. Получилось-то так, что я прыгнул на тебя.
Заткнись ты. Че ты орешь-то так, а? Понял, я запечатал, да? Охренеть. Потепело. Ладно, стой. Уже ночь. А, ночь? Да. Ладно, пора поход заканчивать. Иди сюда. Я тебя сейчас к себе тпшну. В этот раз не накосячу. Ладно, ребята. И что это было? Я не знаю. А сам ладно, ребята, если вы тут впервые, можете подписаться на наш канал, поставить лайки. Да? Да, короче, можете поставить лайки и вообще респект и уважуха, кто на нас подписан. Всем, ребята, спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Урод. Ну все, тебе хана после этого, после этой серии. Всем пока-пока.